хрена себе. Всем салам. Мы на рыбалке. В ночь поехали. Так, Санька что-то тащит. Вот она. Красноглазка? Красноглазочка. Ну. Опарика. Ну, прям хорошая, да? Да. Сегодня какое число? Сегодня 11. А, 11 января. С утра было. Так, мы греемся. Но у нас здесь все открыто. Наверху вот так тепло вроде. Неплохо. Подлещик клевал. Одного поймал подлещика уже. Думал снимать, не снимать видео. Ну вот такую. Нормально. И красноглазочку одну поймал. Сейчас у нас 29-го. Санечка, я наврал сегодня 12-е. Да ты что? А, 12-е сегодня. Я наврал, что 11-е. О, мы 11-е. Чай сидим, пьем. Идем поплев. Не рыбачим ни хрена. Я что-то начал уже. А ты куда клеился? Феном я делал или нет? Нет, без фена. Это в доме же, в тепле дело. Угу. Она этот. Главное, когда клеить будешь, его складываешь, потом проклеиваешь. Ну да, потому что потом, когда этот, если будешь складывать, она будет. Да. Да я тебе хочу теплый переклеить. Да. Он же вот покупал скотч, а тут какой-то этот. Типа такого, только он прозрачный, знаешь, такой тонкий, серый, как фольга тип. Да, да. Армированный надо. Он весь этот, ну. Вот это он типа армированный скотч. Ну и весь скотч везде отходит, расходится, они все вот так, эти полы. Хочу те полы переклеить тоже. И ты складывал одну сторону, потом складывал другую сторону, да? Да, да. Сколько? Три урлона хватило? Два. Два? Ну ты что, с края делал? Да, два урлона. Красноглазочку такую поймал. Вот. Пока камеру настраивал уже. О, у Саньки поклевка. Красноглазочка. Ну, хорошую, на тесто, да? На тесто. Вот на тесто и было. Ну, обычно на тесто их хорошие постоянно берут, да? Да. Прикормим. О, яйца. Поклевочка. О-о-о. Бутончик. На мотылика. На мотыля взял, да? Красивый. А ну покажи. Ну хороший. Плотва. Чебак. Красноглазка. Сорога. Сорога. О, хороший. О, красноглазочек, смотрите. Вот это кабачка. Взяла этот. На бутерброд. Приятно тащить в глубине, да? Да. Посмотрим, посидим здесь завтра днем, как будет. Нет, поедем на Каргалинское. Если там клевать не будет, поедем на Абайскую.
Круги будем рисовать. Так на Каргалинском сидели, когда рыбачили. Сорское. Приезжали, рыбачили. Ай, нахрен за тебе-то сорога нужна, говорит. Тот говорит, как нужен, говорит. Дорогу оправдать. Приеду, говорит, бабулькам по 40 рублей за килограмм продам. Опа, есть. Ух, подлещи. Тут или сорожка. Сорожка, да. Назад почти тянет леску. Подлещи точно. Подлещик. Вот этот на пучок взял этого мотыля. Ну вот видишь. Вот такой у нас подлещик. Верстый. Вот это да. И удочку вторую замотал он. Батон. И то удочку замотал. Батон. Тоже на пучок, да? А? Тоже на пучок. На пучок, ага. Вот такая вот. Вот на пучок и понравилось, видишь? Как бы лезть, но... Прикинь, сорвался. Ух, хороший. Уже на леску сорвался. Успел. Ну пока леща нету, вот такие подлещики клюют. Пошла крупная или лещ? Пошла крупная. О! Батон. И опять на пучок. Да, опять на пучок. Пусть колес работает. Ну, хороший это. Ну, все. Опа, есть. Есть, 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 есть. Вот тут хорошие. Подлещик. Красноглазки, скорее всего. Ух, как она крутит. Подлещик. Ух, хороший. Есть. Нормальный. Не идет, нет. Когда максимально неудобно, тогда и рыба клюет. Это здесь клюнула. Да, блин, хорошо дай. Эй, подлещик. Давит как, а? Давит. Ух, давай, давай, залазь. Красноглазка. Ух, хороший. Хороший красноглазка. Ух, какая мощная. На бутик. На чё? На бутерброд. О. Нормально.
Нифига себе. Вот это. Да, батон. Вот батосик какой-то толстый. Крупная, да? Чёрт. На чём взялся? Мотылёк. Ну, нормально. Вот подлещик идет, причем крупный. О, хорош, о, хороший. О, нормально, да? Укрупняемся потихоньку. Тут не сейчас лещ пойдет. О, Саня что-то тащит. По-моему, подлещик. Подлещик опять? По-моему. Да. Уже что-то. Вот такого еще подлечка. Все крупнее и крупнее идет. Это хорошо. Надо пару мотыльков сюда подмешать. Может, все-таки удастся нам хорошего леща-то у нас на килограмм такой. Опа! Здесь тут что-то есть. На красноглазку такой. Ну и маленький подлец. Красноглазку. Мощный. Все и сорвалось, ну, запутало, ё-моё. Такая. О, поклёвка. В прямом эфире. Красноглазка? Угу. Они прям там мощные, да, все? Да. В прошлом году поменьше клевали, да? Так это Слава Бродин говорит. Если не клюет, ешь, говорит. Ешь, говорит, обязательно клюнет, да? Подлещик. У меня есть красноглаз хороший. Мощная. А, это она ко мне пришла? Угу. А, значит, дальше пошла. Ух ты, какая поклевка. Дерзкая. И, скорее всего, этот красноглазка. Дерзкая клюет, да? Дерзкая клюет. Подлещик он нежно так берет. О, о. Опять. Короче, этот. О, Санька подлещика вытащил. Хороший.
ты прикинь, леща тащить килограммового. Да. Вот это было бы супер. Так, время у нас. Время у нас. Без 10 час почти. Поклевки такие редкие. Все равно сидим, ждем. Поклевок. Так, время у нас 02:37. Поклевки есть, редкие. Вот, уже что, Саньку наловил. Я пакет все убрал. Ну, нормально такой ловчик. Приятный. Чтоб никто не думал, что у нас здесь угар или что. Нет, у нас вот форточка открыта. И вон там сверху еще лючок тоже открыт. Так что у нас здесь нормально все. Вот такие рыбки. И еще вот поймал сбоку. О, хороший. Почти лещий. Нормальный. А сколько времени? 20:05. Так что сыночек потихоньку клюет. Можно рыбачить. Там теперь так. Подлежит. Да, подлежит. Ну ничего такие, нормально. А засолка как раз хорошо, да? Да. Поднял стулья. О, точка. Я и не заметил. Это поднял уже. Подлещик. Подлещик. Такой нормальный. Дай-ка почитать. Плакучка. Нормально. Слишком борзая. Борзая? Мелкая, но борзая. Поклёвка хорошая, это, по-моему, сорога. Нет, подлещик. Маленький. Ну, небольшой. Нормальный. Это Саня что-то тащит хорошее. Чего там у вас, Сашка? А, нет, он...
А, бойкий просто. Бойкий такой, ну нормальный еще. Он просто бойкий, аж леска. Не-не, хороший садик. Мы давно таких не ловили, поэтому прям хорошие. Я зимой, по-моему, лещей, если, ну, штуки два, если, может, три вытащил от силы за все рыбалки. А так леща вообще не ловил. Кого? С тобой, когда мы на 20-м сидели? Сколько лет назад? Ну, таких несколько штук ты вытащил. Ну, таких, я имею в виду больших. А, больших? Прям больших, хороших лещей. Да. Там, грамм 800, килограмм такие. Нет, я таких... А летом, да, ловил. На Иргизе ловил я. Аж коричневые такие хорошие. На донку? Зачем? Зимой на удочку. А вы на Иргиз зимой ездили? Ну, этот, туда вот, за этот, Карабутак. Там же Иргиз река же. Вон, еще проезжает. Дальше куда-то едут. В общем, ночью просидели. Было несколько поклевок. Две вытащили только что ли. И одну подлесика вытащу. Не знаю. Сейчас пару часиков посидим, посмотрим. Может, склевать не будет. Может, поедем домой. Вот что нам удалось поймать. Тут Санька наловил. Лечки, как ужасно. Это мой улов. Ну, килограмм, не знаю, 4 есть, наверное. Может, 5. Это все, считай, ночью поймали. В общем, будем собираться. Всем пока, до новых встреч.